Сегодня Управление Федеральной службы судебных приставов презентовало новые возможности общедоступного сервиса «Банк данных исполнительных производств». На презентации присутствовали сотрудники кадровых служб. Банк данных, с одной стороны, позволяет гражданам и юридическим лицам своевременно узнать о наличии возбужденных исполнительных производств, с другой – своевременно оплатить имеющуюся задолженность без посещения отдела судебных приставов. В ходе встречи был продемонстрирован процесс работы.